Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Начнем с выполнения ежедневных заданий. Так, поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Ну что ж, поехали. Начнем, как обычно, с Усаги. Навыки. Смотрим, что нам нужно. А нам нужно с вами всего лишь три. Всего лишь три вот этих вот слизезащитных очков. Так они называются, да? Слизезащитные. Так, нам пока что-то не везет. Ни одной... Ага, вот. Одни очки выпали. Давай попробуем, наверное, вот здесь вот выбить. Пока минус. Вторые есть. Еще одна попыточка. Третьи. Так, друзья мои, это уже крутенько. Ну что же, пассивку за честь мы с вами поднимаем до 5-й ступени. Так, что нужно нам до 6-й? Ой-ой-ой, сколько здесь много чего надо. Ну, давай попробуем с наушников, да? С поисков. Ну, в принципе, вот здесь неплохой шанс. Здесь неплохой шанс, но, как вы знаете, с моим везением это будет очень плохо. Тем более, наушники — это нередкий какой-то там предмет. Его можно, в принципе, легко найти. Но он почему-то мне не выпадает. Мне зеленая колба лезет. Посмотри на нее, а. Ни одних наушников я еще пока не достал. Жесть, натуральная жесть. Да ну, это какая-то это какая-то сговоренность игры против меня. Так, я, наверное, уже там выполнил задание, скорее всего, да? Сразиться, да. Выполнил. Так, поднять уровень персонажа. У нас с вами сколько? 7500 муты. Ага, друзья мои, кстати, Пит получает у меня 3-ю бронзовую звезду. Конечно же, как я мог это забыть. Тедерит-терит, станцевал, и у него, ох ты, хороший клев. У него открывается третья способность. Голубь Пит яростно клюет врага с вероятностью 25%, увеличивает время восстановления способностей выбранного противника. Восстановление 4 хода. И, кстати, я могу даже поднять по уровню. Давай сделаем. Вторая ступень. И тут, кстати, не очень много нужно для того, чтобы прапать на 3-ю ступень. Будем это иметь в виду. Так, ну а мы с вами хотели... Да вот, в принципе, ему можно тоже поднять уровень. Прокачаем его. Ага, все, 35-й уровень у него. В принципе, неплохо, согласитесь. Ёлки-ты-палки, я могу ему еще и ранг поднять? Вы серьезно? Так, так, секунду. Ну да. Так, а что же мы тогда ждем? Конечно, поднимаем ранг. Ёлки-палки. Из бронзы, как говорится, парень у нас перелетел в серебро. Теперь у него 3 серебряные звезды. Ну, это шикарно. Это очень круто. Так, друзья мои, я дальше не могу ему уровень поднять, потому что у меня не хватает мутагена. Но то, что он теперь в серебре, это вообще великолепно. Так, ладушки, давайте заберем наш последний реворд. И, конечно же, по традиции мы с вами бежим куда? Во-первых, мы видим, что у нас будет разыгрываться Змея Карай. Она нам не нужна. Она нам не нужна по простой причине. То, что, друзья мои, она у меня полностью прокачана в золоте. Дело за малым — набрать платиновых осколков и поднять ее в платине. Но этого мы делать не будем, да? Я вот, кстати, сомневаюсь, кого бы нам с вами следующего героя перевести в платиновый ринг. Ну, Рокзара, я думаю, не стоит. Он пока и так вроде бы справляется, да? Вот либо Донателло. Либо Донателло. Либо Змейка Вьюна. Вот кто-то из этих героев мне более симпатичен и, мне кажется, достоин перейти в платиновый ранг. Даже Крис Брэдфорд, я думаю, и то не достоин, потому что у него нет массовых атак. Так что, ребята, вы как бы мне авансиком можете уже писать, кого будем переводить в платиновый ранг. Ну что же, поехали в бой, как говорится, да? Только самое начало, так что, ребятушки, все будет хорошо. Так, тут у нас, ну, по 10 кубков у каждого. Берем абсолютно любого, ничего страшного здесь нету. Даже перелетаем свой хвост и начинаем вот с этих ребят. Кстати, где бы мне достать еще немножко ДНК вот на этого Рокстеди? Хочу его тоже перевести в серебро, а то он уже в этой бронзе просто-напросто засиделся. Так, ну что у нас тут происходит? Нейтрализатор упал. Дальше Лео тоже падает. И Хан.
тоже упал. Вот это я понимаю, мы с вами начали отжигать. Буста у нас сегодня не получится, так как вторник, а надо было это все делать в понедельник. Ну, друзья мои, думаю, что и так неплохо с вами куда-нибудь пройдем. 16-я позиция, как вы видите. И у нас Морси, Михаил и Ализера. Ну, давай возьмем Михаила тогда уж. Мишку возьмем. Обратно в хвост перейдем. Очень много у меня персонажей 30 уровня, как вы знаете. Скоро, кстати, будет не меньше 45-х, потому что персонажи у меня потихоньку апаются и подрастают. Ну что, давай попробуем Бакстера Стукмана. Оу, не получилось убрать. А, ну-ка, давай вот так, массовую атаку от Донателло. С понижением меткости, замечательно. Слушай, вот Макман, конечно, силен со своей вот этой вот ногой. А давай попробуем так вот, Люк. Упс. Слушай, неплохо. Неплохо он кинул, да, крышку люка и сразу подбил. Ладно, пока у нас счет 2-0 в нашу пользу, мы с вами продвигаемся дальше. И, да, воин 2 звезды. Ну, это все самое легкое, так что не стоит здесь акцент какой-то делать повышенный. Стас, Николас и Джефф. Покупкам у нас ведет Джефф и Стас. Конечно, берем с вами Стаса. У нас, кстати, 102 монеты, если вы еще не заметили. Так что будем сегодня брать 3 ДНК. Вот на кого, я не помню. Ну, наверное, на того, кто быстрее у нас сможет прапаться, согласись. Это будет оптимальненько. Мы вроде бы Лео там с вами стали повышать. Да, до уровня. Наверное, с него и начнем, а точнее продолжим. Так, Лео, надо тебя, наверное, отсюда убрать по-быренькому. Вот. Теперь что? Ну, давай, наверное... Нет, массовую атаку от Рафаэля, оригинала. Воу, нехило, нехило он вдарил. Смотри, смотри, что делать, а? Начинает нервничать сразу же, да, применять свои суперудары. Но они слабенькие, потому что у него 20 уровень. Так, и добиваем. Все, Макман у нас развалился, а мы с вами дальше двигаемся. Так, 0-3, да, или 3-0 у нас счет. Поехали. Пока здесь все легко и просто. Здесь, как говорится, наслаждаемся боями. Вот дальше будет, конечно, жесть. Так, Адриан, Танк, Тан и Псик. Псик. Ладно, ребят, давайте возьмем, наверное, Адриана Челентана. И тут 19 уровень, да, я смотрю. Тихо, 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 Майки. Твоя очередь еще не пришла. Возьмем, наверное, вот этих вот оригинальчиков, да, двух. И с ними же пойдет Бибоп на растерзание. Так, нам здесь не нужен Кирби, это я тебе точно говорю сразу же. Поэтому давай начнем, наверное, с массовых атак по стандарту. Ага. Ну-ка, сможем уложить или нет? По идее, должен. Да, у него получается. И теперь уничтожаем, наверное, Леонардо. Угу. Пока не вышло. Воу-воу-воу, тихо, тихо, парень, успокойся. Ванюша, куда ты свои кулачки навострил, а? Скажи мне. На-ка тебе за это. Ага, и добиваем его. Все, ребята, отлично у нас получилось. Продвигаемся дальше. Мы с вами зарабатываем кубки, естественно, продвигаемся. И как только мы дойдем, наверное, до самураев, там уже, наверное, будет сложновато. Хотя не факт. Не факт, мы уже в Лиге Воинов 3 звезды, 80-я позиция. Поехали. Так, Вильям, Энтони и Алтын. Алтын. Ну давай возьмем Алтына. Это что-то такое. Казах, наверное, да? Алтын. Так. Раз, два, три. А, уже 4 персонажа можно взять. Поэтому хорошо. Поэтому хорошо. Так, кого нам надо? Ну, конечно же, начнем мы с Эйприл. Надо ее вырубать как можно быстрее. Дальше у нас, по идее, по силе идет Макман. Но Крис Брэдфорд тоже мне здесь не нужен, потому что у него еще и 20 уровень. Кстати, у Лео, по-моему, 21. Ага, хорошо. Так, массовая атака от Донателло. Вот это я понимаю. Здесь еще даже постепенный урон повесился, который убил Макмана. И Лео с вами растерзали. Ну вот, уже хорошо, уже интереснее стало, потому что, ну, немножко бойцы выросли, да, и мы с вами перешли уже как бы на следующую категорию.
Ну, так, 27-я, да, позиция. То есть еще один бой, и мы с вами перейдем на следующую лигу. Так, тут у нас Франк, тут Диего. Диого почему-то он здесь назвался. И Эммануэль. А покупкам, ну, давай возьмем Франка. Возьму я Франка. Так, 23 уровень здесь максимальный. В принципе, для меня это ничего страшного, да? Потому что у нас уже 35-й, 34-й, а тут уже и 40-е пойдут. Ну что же, забавно, забавно будет посмотреть на это все дело. Ну, кто мне здесь напрягает? Ну, естественно, Бакстер Стопман и Рафаэль. Начнем, наверное, именно с него. А ну-ка. Хорошо, пол хп отобрали. Давай вот так вот сделаем. Вызовем дух Они. Вау. Минус. Так. Давай вот этот вот сделаем удар, наверное, да? 1000 осколков. Майки усиляет свою команду с помощью танца. Но это, мне кажется, бесполезно и не поможет. Так, мы понизили меткость всем. Промахнись. Послушный парень. Так, и ты тоже промахнись, пожалуйста. Нет, все-таки саданул, но слабенько, очень слабенько. И это хорошо, друзья. В этой битве, я имею в виду в этом полном прохождении арены, я собираюсь сегодня никого не потерять. Опять я это сказал, да? Вот как только я это говорю, я обязательно кого-нибудь потеряю. Нет, я буду перестраховываться лишний раз, буду слабых героев брать с более сильными. И не надо меня в этом корить. Так, в элиту мы с вами перебрались, уже 77 место. Продолжаем нашу эпопею. Так, Давид. Кто там? Милливодж. Милливодж. Мегавольт, елки-палки. И Макс. И Макс. Вау. У Давида, смотри-ка, кубков-то больше всех. Но и уровень не кислый. 27-й левел имеет у него Донателло. 27-й. Раз, два, три, четыре. Слушай, я думаю, что с 40-нички, да, до 35-очки все-таки ушатают. Тем более здесь у нас голубь Пит, который сегодня получил 3 серебряных звезды. Начинаем, естественно, с массовых атак. Кролики. А ну-ка, вжарьте. Кто-то, кстати, из подписчиков мне написал, что кролики, кролики, это самые сильные персонажи в игре. Я вот почему-то в этом усомнился. Мне кажется, что самый сильный персонаж в этой игре — это, наверное, Усаги, Крэнк или Супер Шреддер. Вот кто-то из них. Я могу ошибаться, друзья мои. Если вы считаете по-другому, то напишите, кто, по вашему мнению, самый сильный персонаж в этой игре. Я бы, конечно, мог бы судить на 100%, если бы у меня были бы все персонажи прокачанные, да, в платиновом ранге, 100 уровня. Тогда бы я вам точно мог сказать тройку лидеров в этой игре. Но так как у меня еще не все максимального уровня, да, и не все и находятся в платине, я сделал вывод из тех персонажей, которые в данный момент у меня есть. Так, опять здесь Диога. Так, Вильям и Маржетка. Маржетка, что у нее там с лицом? Я не могу понять, что это Маржетка. Страшная какая, елки-палки, а. Не хочу я с никакой Маржеткой драться. Я буду драться вот с Диога. Да, по крайней мере, я его не вижу. Кто на самом деле. Так, ну что, где у нас там партизаниш? Вот, партизаниши. Выставляем, кстати, у нас 40-й уровень, а здесь уже 31-й даже есть. То есть мы потихоньку сравниваемся. Надо будет немножко быть настороже. Так, ну что, сделаем, наверное, вот так вот. Пузырь. Ага, на защиту. Дальше, Рафаэль. Слушай, ну здесь, да, надо бить Рафаэля. А он, наверное, уже имеет контратаку. Нет, пока еще не имеет. И давай, наверное, сделаем антибаф. Вот так, попробуем добить. Елки-палки, а почему такой? Ну, естественно, естественно, Лео делает отхил. А Рафаэль 100% сейчас возьмет на себя провокацию. Ёпрасеты, что он повесил? Вот этого мне только не хватало. Прикинь, если мы еще сейчас с тобой здесь сфейлимся. Вот это будет для меня жесть. Я тебе серьезно говорю. Промахнись. Нет, а так если... Блин, надо рафика пробить, понимаешь? Да елки-палки, ты посмотри, как он бомбит. Давай попробуем, наверное, вот так вот. Кортиками. Ага, завалили. Так, теперь я хочу, наверное, взять в оборот Рокстеди. По крайней мере, он без контратаки. Так, что ты делаешь? Вау, Роквеллу повезло, он выдержал этот сильный удар. А мы продолжаем бить
нашего носорога, нашего врага-носорога. Минусанули мы его. Ну что, Крис? Черт, у него такие сильные атаки, но он по уровню слабже. Поехали. Так, с вертушки пол хп отнял, нехиленько. Так, Донни, добей его, пожалуйста. Да елки ты палки, Донни, что с тобой? Ну ты-то куда лезешь, а, Лео? Из-под тишка причем. Так, ну что, у них кончилась контратака, поэтому можно спокойно и смело их разбирать. Точнее, даже не их, а его, потому что он остался здесь один. Вот, кстати, опасно так было на самом деле брать с собой вот такую команду без хила. Хила нету, у нас тут, ну что, баферы были, да? Ну и, в принципе, защитники. Это Роквелл. Роквелл так вообще бафер от бога, потому что у него там защита, фигида. Если его прокачать офигенно, то у него будет, друзья мои, обалденный суперудар, массовый, когда он будет выпускать там кунай. В общем, все виды оружия бросать во врагов. Так, Джеки, Кристиан и Моуат. Не знаю, кто такой Моуат. Мне надо брать Джесси в любом случае, потому что здесь покупка вообще просто красота. Уровень, я как вижу, здесь максимальный 33-й. Меня это нисколечко не пугает. Раз, два, три. Или пугает. Вот можем опять здесь с вами просто простоволоситься. Я возьму на всякий случай для подстраховки. А, тут уже 5 героев, ё-моё. Так, секунду, давай вот так тогда сделаем. Слушай, ну у меня сейчас в команде очень много массовиков. Плюс у меня провокация есть. Хила, к сожалению, нету. Так, что делает? Ага, в Макмана бомбит. Ну-ка, давай сделаем вот так вот. Массовая атака. Плюс постепенный урон повесили. Так, Макман, давай-ка свой ураган. Ой, красиво-то как. И удар по земле ладошками. Все. 3 массовые атаки. А еще была массовая атака у Пиццелицева. Да, это он бросает, ну, плюется пиццей, по-моему, там, или какими-то слизнями. У Острозуба, к сожалению, нету массовой атаки, но он неплохой провокатор. По крайней мере, вы меня в этом хотите убедить. А я все никак не могу его прокачать. Ну что, у нас тут Дмитрий, Сергей и... Не имеет значения, кто это, в общем... Будем брать Дмитрия. 30-е левлы, ну что ж, как хотите. В принципе, 30-е, так 30-е. У меня уже 45-е, и, видимо, скоро мы подойдем к 50-м. Нет, не скоро, еще где-то боя 2, и тогда уже будут полтиннички. Ну, а там уж с ними, как говорится, не забалуешь. Ну, что у нас тут? У нас тут, ну, напряженно немножко. Давай начнем с массовых атак. Бросаем кормежку от Криса Брэдфорда. А дальше вызываем дурачков. Это Бибоп и Рокстеди. Прилетели из другого измерения и раздавили своими задницами всех наших врагов. Шикарно. Двигаемся тогда дальше и смотрим, на какую позицию мы с вами перелетим. Да, мы даже в элиту 3 звезды уже влетели, господи. А значит, еще бой 2-3, и мы с вами окажемся в самураях. Это очень меня радует. Так, опять Псих, Кристиан и Сальвадор Дали. Слушай, либо это выбрать, либо этого. Но я хочу взять вот Сальвадора, потому что здесь есть чувак уже в золоте. А здесь нету. И к тому же здесь Кирби, который находится в бронзе. Это для меня, считай, золотая жила, потому что я его быстренько сейчас ушатаю. Вот таких вот, пожалуй, я возьму героев. У меня, кстати, вот Рокстеди, да, что первый, что второй, идут в одной пачке. Также это напоминает мне ту команду, где у нас идут с вами в паре оригиналы черепашки. Ну что, начнем, пожалуй, с танца, естественно. Усилим нашу команду по атаке. И вот смотрите, ребята, вот что меня удивляет, как он может делать сразу второй ход. Я не пойму этого. Я этого не пойму. Я раньше всегда возмущался, как Майки может сразу делать два хода за раз. Ну, видите, может. Так, Кирби минус. Ага, здесь у нас Мондо Гекко, бафер. Хм, Майки снимает с себя вредные статы. Ну, естественно, мне уже надо начинать тогда, наверное, с Макмана, потому что... Все, что не могли, они уже сделали. Они уже бафы повесили. Так, ну давай просто дубинкой его бомбанем. Вот так вот. Теперь надо брать Карай в оборот. Ух, все, ребят. Им крышка. Постепенный урон их всех практически ушатал. Вот это я понимаю. Вот это вот Рокстеди, как говорится, поджарил их, да? До хрустящей корочки.
Ну и какая позиция у нас с вами становится? 47-я. Ага. 47-я. Так. Джордж, Синзия и Диога опять. Опять этот Диога. Ну, давай на этот раз возьмем с вами Джорджа. Так, возьмем с вами Джорджа. Раз, два, три, четыре, пять. Команда, сразу вам скажу, ватная. Ну, здесь я могу только, наверное, отличить Лео и Кунэйчи. А вот эти вот остальные три, ну, просто ни о чем. Поэтому я даже не знаю, сможем ли мы здесь сейчас без потерь 33 уровень разобрать. Но нам нужно как-то это сделать. Так, Лапекс, погнали. Угу. А если вот так сделаем? Постепенку повесишь, Майки? Красавчик, ничего не скажу. Так, бросаем баллончик. Бросаем баллончик. А почему-то на Эйприл мы не повесили с вами, да? Немоту. Хорошо, мы ее, наверное, так добьем. Молодец. Кстати, Эйприл, да? Эйприл Кунаичи забомбила себя же, когда она еще была обычной девчулей. Когда только начинала свои телепатические способности. Так, ну что, добиваем с вами Макмана. И, в принципе, эта команда здесь неплохо проявила. Но, слава богу, здесь все-таки разница была в 10 уровней, 10 левелов. Так, ну, да елки-палки, еще, значит, бой нам предстоит. Ну да, получается. Получается еще один бой, чтобы перейти нам в самурая. Так, опять у нас здесь Морси, Гевин и Михаил. Будем драться с Гевином. Так, давай-ка прицелимся. Ого, тут уже 40-й уровень, кстати. Вот что я заметил. Так что, друзья, я здесь, с вашего позволения, буду перестраховываться. Возьмем Тимми, наверное. Так, мне нужен один хил. Это будет у нас... Да, Хан, куда ты лезешь? Все время он куда-то лезет. Ну и, наверное, возьму я здесь Майки ролевого. Можно было бы взять, конечно, и Эйприл. Но я думаю, что Эйприл пригодится в другой кучке, где мы будем с вами нуждаться в хиле. Так, ну что, начнем с массовых атак, естественно. Посмотрим, как тут пойдет. Ну, понизили защиту, это хорошо. Так, Тимми мы сразу же ставим в провокацию, потому что у него 57 уровень. Я думаю, что он здесь выстоит. Так, крик от Кирби. Надо Эйприл как можно быстрее убирать с поля боя. Все. Ну, что ты делаешь? Ага. Для нас это, в принципе, друзья, не страшно. То, что здесь контратака есть. Сейчас мы с вами быстренько разберемся с этими охламонами. Слушай, я думал, постепенку повесит. Нифига. Так, минус Раф. Теперь давайте возьмем. Ага, Крис Брэдфорд упал. И Айши с ответочку. Да, он слабак, понятно все с ним. Если он даже не смог нанести повреждения моему Кирби, то это означает только одно, что его персонаж слабый, очень слабый. Ну вот, наконец-то мы с вами и в самураях. 70-е место у нас, и мы продолжаем нашу эпическую битву. Так, Роберт опять... А, нет, здесь уже Диего. Вот здесь уже все правильно, а не Диого. И Терри. Все абсолютно одинаковые. Значит, возьмем с вами Роберта. Какая разница, да? 37-й уровень здесь я вижу. 37-й, так. Ну что же. Возьмем, наверное, вот такую вот команду. Я думаю, что она здесь справится легко. Тут уже практически полтинники. Даже, я бы сказал, все полтинники, кроме Эйприл. Ну что, начнем? Начнем, я даже не знаю. Давай, наверное, с Макмана. Так, массовая атака от тигриного когтя. Теперь массовая атака, естественно, от Шреддера. И добиваем с вами... Кто там? Ага, там у нас Майки. Все, друзья, мы с вами здесь всех забомбили. Значит, продвигаемся дальше. Я не знаю, сегодня посмотрим, какие у нас испытания доступны. Может быть, даже одно из них попробуем пройти. Так, ранг 35-й. Ну, мне кажется, что мы вряд ли сегодня доползем с вами до сёгунов. Так, опять этот Диога, Энтони и Иван, скорее всего, здесь должен быть. Ну что, возьму, наверное, я Ивана. Я удивляюсь, как у него в этой пачке затесался Кирби с тремя, извини меня, бронзовыми звездами. Что он здесь вообще забыл на этих уровнях? Не знаю. Поехали.
Так, кто у него там? Мондагека, да? Ага, Донателло. Ладно, делай массовую паутинку. Так, у тебя нет массовых атак, поэтому... Минус Кирби. Минус Мондагека. Да и вот так вот, наверное, добьем их всех. Ультой. От крысиного короля, да? Все, ну чтобы нам как можно быстрее продвигаться и тут, говорится, не засиживаться долго. Поехали. Ну, ага, уже в самураях две звезды. Это уже радует. Это уже меня очень радует. Так, тут Марси, Михаил и Мухмонт. Мухмонт. Ладно, давай попробуем, наверное, с Михаилом подраться. Раз, два, три, четыре, пять. У нас, кстати, уже очень мало героев осталось. Буквально еще, наверное, на два боя. И все. Что мы можем за два боя? Ну, максимум перейти, наверное, в Лигу Самураев 3 звезды. И это все. Хотя я почему-то сомневаюсь, что мы даже здесь перейдем. Так, почти все упали. И добивочный от Змейка Вьюна. Шикарно. Знаешь, почему я хочу Змейка Вьюна перевести в платиновый ранг? Мне нравятся его две массовые атаки. Две. Редко, когда у какого-то персонажа есть массовые две, причем атаки сразу. Ну что, 66-я позиция, да? Тут я не пойму, кто такой. Тут тоже и Андрос. Так, сейчас, секунду, я определюсь. Наверное, я возьму Андроса. Тут очень много... Ну, почти 40-й. А, погоди-ка. Это что, как это так? У меня муха здесь осталась. Это непорядок, это непорядок. И остается у нас раз, два, три, четыре, пять. А опять у нас кто-то здесь будет. В пролете, как муха в самолете. Почему так происходит, а? Ну что, начинаем с бомбочки. Начинаем с бомбочки и дальше... Ну, давай бросим когти. Укус. И проникающий удар от Криса Брэдфорда. Все, разобрались мы с этой командой. В принципе, вообще на одном дыхании. Ну, у меня уровень-то видели какой? И какой у него? Тут понятное дело. Так, переходим с вами на 30-е. 30-я позиция. Слушай, да, скорее всего, еще один бой, и мы с вами перейдем в Лигу Самураев 3 звезды. Так, Зузанна, Марина и опять ноунейм. Давай брать Маринку. У нее больше всего кубков. Давай-ка сегодня без майки поиграем. Пускай уже майки постоит, как говорится, и немножко погрустит. Поехали. Делаем массовую атаку от Усаги Дзимбо с постепенным уроном, да? Упс. Ну ты посмотри, как красиво. Я могу... А, я не могу, да, пропускать ходы, к сожалению. Я просто хотел посмотреть, как они будут сами падать. Но такой возможности у меня нету. Слушай, а может быть нам попробовать сыграть одним майки, а? Как ты думаешь? Есть шанс на победу? А давай проверим. Упс. А нам с вами не хватило чуть-чуть, друзья мои. Совсем чуть-чуть. Ну что, давайте попробуем с вами сыграть одним Микеланджелом. Возьмем кого-нибудь, сейчас посмотрим. Ну, вот, например, даже Егора. Майки, ты готов? Я не знаю. Один против всех. Это челлендж, вызов такой. Ух, так, с кого начнем-то, даже не знаю. Ну, начать надо со Сплинтера по-любаську. Если, конечно, у нас будут с вами двойные атаки, как можно чаще, то, ну, естественно, естественно, хилять. Как же? И главное, чтобы мне не блокировали способности. Тогда у меня, скорее всего, будет шанс. А заблокировать у нас может, конечно же, Сплинтер. Так, ну-ка. Ага. Так, бомбят. Ну, как видите, пока они все промахиваются, потому что у меня слишком высокий уровень, чтобы меня пробить, это им нужно очень-очень постараться. А пока они нас пробивают, мы будем, естественно, с вами их разбирать. Так, минус Бибоп. Донателло бросает сюрики. Опять же мимо. Так, и... Ну, что ты делаешь? А, понял. Во, первое, ребята, повреждение, которое мы с вами сейчас получили. От кроликов, заметьте, 43 уровня. Вот так-то. Сейчас опять. И у кроликов, кстати, очень быстро копится инициатива, я заметил. То есть для 43 уровня очень-очень даже неплохо. Хм.
по сравнению с тем же самым Донателло, который даже 45 уровня. Ну что, друзья, я думаю, что челлендж удался, и как видите, Майки здесь выиграл. Но не забываем, что он 82 уровня, а дрались мы против 45-42. Фух, а может быть, мы с вами наберем те самых 3 кубка, которые не хватило нам для перехода, а? Да. Или нет? Нет. Хотя да, ребят, все. Мы с вами в самурае, 3 звезды. Ну, сами видите, 99-я позиция, то есть это вообще ни о чем. Так, я хотел зайти куда? В магазин. Я хотел зайти в магазин и приобрести здесь. Так, ну что, ребята, на Лео продолжаем, да, собирать с вами осколки. Так, остается всего лишь 4 ДНК, и будет он у нас проапан. А здесь 360, но здесь пока, друзья, даже заморачиваться не стоит. А нам не хватает всего лишь 2 ДНК на нашего Майки. Будет классно. Потом останется только лишь открыть Лео, и все. Фул, как говорится, коллекция у меня будет в кармане. То есть все черепашки, все герои, которые здесь есть в этой игре, будут у меня на руках. Будет только одна задача, это прокачать их. Ну что, давай посмотрим, что у нас здесь за испытания. Так, друзья мои, ярость Рафа и борцы с преступностью. Борцы с преступностью, оу, Слэш, Кожеголовый, Роквелл, Пит. Друзья мои, с вашего позволения я, пожалуй, пройду борцы с преступностью сегодня. Кстати, пройду, давай посмотрим, кого мне дают. Скорее всего, не пройду. А знаешь почему? Потому что дали 70-х уровней персонажей. Ни одной имбы, ни одного, как говорится, ни Лео, ни Рафа, ни Майки, ни Железноголового. И это очень плохо, потому что я не получу тех самых персонажей, в принципе, ради которых я сюда и пошел. Давай поставим на автобой, что я тут парюсь. А я хотел получить того же самого Кожеголового, да, Слэша. Эти ребята мне очень нужны. И, грубо говоря, эта неделька мне не особо хорошо зашла, потому что здесь идет розыгрыш Змеи Карай. Но она мне действительно не нужна. Поэтому я, наверное, здесь буду играть лайтово эту неделю. То есть даже, может быть, немножко меньше будет выходить серий по черепашкам. Ну, может быть, еще 2. В любом случае, мы с вами все эти испытания пройдем. Кстати, знаешь, на что я не посмотрел? Ага, Черепашья Буря. Все, понятно. Черепашья Буря у нас здесь будет, да? Ну, туда сходить, естественно, стоит. Нужно. Там очень, кстати, неплохо фармятся черепашки разных мастей. И мы можем с вами получить отличные ДНК на нужных нам персонажей. Так, ну что, у нас, друзья мои, второй эпизод. Естественно, начинается он с автобоя. Как обычно, мои герои всех их разбирают. Кто-то писал, еще раз, ребят, повторю, когда я, ну, хотя бы 50% своих персонажей доведу до максимума, да, и получат они платиновый ранг, только после этого есть смысл играть вашими составами, которые вы мне пишете каждый раз, ну, свои составы героев. Сейчас пока нету, потому что некоторые персонажи очень-очень слабенькие, и как бы их брать в ту команду, которую вы рекомендуете, ну, нет смысла, потому что он будет падать сразу же. Я думаю, никому это не будет интересно. Хотя бы чуть-чуть подождите, и все у нас там дальше остепенится, и будем отлично драться и бомбить. Так, вторая волна пошла. Здесь у нас Тимати и Макман. Вот ты заметь, Крис Брэдфорд был 72, точнее, он и есть 72 уровня, да, а Макман был 30 какого-то, и он не смог с удар его снести. Так же, как, в принципе, и Роквелла. Ну, конечно, не все могут сносить с одного удара противников, но большинство, в принципе, у них это получается. Так, победа, и мы с вами продолжаем. Эти драки, эти, как говорится, испытания. Нам достается Макман. И у нас Мондагекко. Поехали, друзья. Мондагекко здесь будет разыгрываться. Кстати, здесь, по-моему, уже будет первый боссик. Это тот самый робот, который будет, по-моему, валяться на свалке, да? Точнее, валяться за мусорными ящиками, я бы так сказал. Ну, эти стрелозады, они были всегда ватные.
Так, Мондагека получил. Зачем ты? Вот зачем он, ребята, делает вот это вот? Я иной просто раз удивляюсь, когда он берет и применяет массовую атаку на одного всего лишь противника. Что за алгоритм такой, а? Так, выпускает ракеты. А ракеты, кстати, тоже вы заметили, да? У нашего Армагуша не прокачаны. Ну, а вот и босс, который прячется где-то там за ящиками. Давай, вылази, я знаю, что ты там. Циплак. Ну, он тут быстро сейчас получит свое. Достаточно было, да? Ну, что ты делаешь? Мог бы бомбануть. Мог бы бомбануть, да. Друзья мои, все, он отдуплился, зажатался и упал. И взгрустнулось ему. Ну, а у нас победа, естественно. Так, это какой был? Четвертый эпизод, да? Это был у нас четвертый эпизод. И мы переходим на пятый. Здесь у нас как раз Пит. Ну, Пит, как говорится, неплохо. Поэтому давайте, друзья мои, попробуем здесь пройти аккуратненько. Какой уровень? Уже 50-й. Вы видите, да, уже напряженно, как мои бойцы с ними дерутся. Так, защиту сделал. Ну, в принципе, неплохо, Крис. Нормуль. Вот зачем волну сейчас применил Боксер Стокман, вот этого я не понимаю. Так, меткость понижена, добили. Ай-яй-яй, не можем разобрать. Приходится по два раза некоторых бомбить. А ракеты, отлично. И переходим на предпоследнюю, третью волну. Так, здесь у нас Донателло и Железноголовый. Так, смотрим. С грибами разобрались. Берет провокацию Розар. Донни живой еще. Упал. И остается Железноголовый. Опять за свое. И на четвертую волну здесь у нас Кожеголовый, Слэш и Пит плюс Рафаэль. Ну-ка. Ага, мы еще понижаем атаку. Понял. Минус Раф, минус Слэш и минус Кожеголовый. Ну что же, неплохо. Неплохо, давай-ка дальше тогда будем с вами продолжать. Ну, скорее всего, следующий бой будет уже на... Кстати, две ДНК на Пита мы получили, две. Роквелл. Наверное, Роквелл будет у нас последним, мне кажется. Кстати, тоже две ДНК будет разыгрываться. Ну что, друзья, 65 уровень, а следующие будут уже 75 уровня, да, противники? Ну ладно, давай посмотрим. Четыре волны здесь. Стрелозада уже не можем просто пробить. Ага, понял. Хотя, видишь, кто-то может с одного удара завалить, кто-то с двух. Ну, пока справляемся. Здесь у нас киборги. Так, отлично. Что он делает? Что он сейчас делает, я так и не понял. Массовую атаку, видимо. Разобрались. Переходим с вами к третьей волне. Здесь у нас Майки и Макмен. Берет провокацию Рокзарчик на себе. Нормуль. Защиту Крис вешает. Он отхиливается. Я имею в виду Майки вражеский. Так, опа, опа, вот это вот опасно. Хотя с его повреждения мы могли бы таких ураганов штук 5-6 пережить. Все уложили и переходим на четвертую волну. Вот меня больше всего напрягают именно те команды, да, моего состава, где нету либо провокатора, либо хила. Мне кажется, в некоторых даже хил важнее, чем провокатор. Ага, Роквелл упал. Ай-яй-яй, тихо. Смотри, что творит, а. Так-так-так-так-так. Провокацию берет, да, на себя? Ясно. Сейчас мы его ушатаем. Ну, слышу один удар, все, он готов, друзья мои. И остается лишь Лео делает отхил. Спасается, как говорится, да, из последних сил. Но, естественно, это все ему не поможет. И мы с вами продвигаемся дальше. Ну что, я думаю, что сейчас будет заключительный, наверное, скорее всего, у нас с вами бой. Судя по всему, так. Доктор Роквелл, 2 ДНК мы с вами получили в карман. И следующий у нас Кожеголовый. Кожеголовый, смотрите, друзья мои, 75 уровень плюс босс. Ой, давай рискнем. Напряженно очень, но... Ёпарасоте, грибы. Сейчас, по-моему, будет веселуха. Вспомнил я этот уровень противный. Сейчас каждый гриб сходит, и у нас с вами не останется здоровья. А, нет,
смотри-ка. Что-то как-то быстро они сдулись. Тихо-тихо-тихо, нам бы главное подбить их. У них уклонение, да, стоит? Ё-моё. У них стоит, друзья, уклонение, это плохо. Пробей, пробей, Крис. Отлично. Так, ну попробуем волну еще раз. Фух. Хотя бы так, друзья, это лучше, чем промахнуться и... Как мне вот эта вот массовая атака его бесит. Она очень сильная и очень болючая. По-моему, это не последние грибочки, которые у нас будут на пути. Так, стрелозадики, да? Вот, вот это я понимаю. Так, давай, наверное, массовую атаку сделаем. Разложились. Так, здесь у нас кто? Железноголовый, да? Морзильная кошка и... Ох, ё-моё. Макман. Так, подожди. Давай, пробуем. Да что ж ты, не добил его. А если так сделаем? Ага. Так, дополнительная защита. Она нам пригодится здесь. Морзильная кошка, ты не собираешься там еще отхил-то делать? По идее, должна уже влепить. В кого он сейчас бросает шокер? Как раз в того, у кого нету контратаки, да? Так, морозильная кошка выпендрилась. Не успела поставить, да? Провокацию еще на нас повесили, господи. Ну ладно, давай тогда бросим бомбочку. Что-то слабо как-то, очень слабо. Ускоряет. Нет, комочек бросает. Сейчас железноголову главное пробить, а там уже разберем остальных. Ну что вы... Так, тихо. Еще Рокзара мне сейчас положат здесь. Так, минус. Ну что? Кейси Джонс, не пора ли тебе? Да что он прицепился-то? Ты... Ой. А у нас, кстати, погибнуть может с вами Рокзарчик-то. Именно от постепенного урона. Да, так и вышло все. Постепенный... А он, видишь, он целенаправленно его бомбил. Моего Рокзара. Он ни на кого не переключался. Именно его и начинал бомбить. И до последнего. Причем этот охламон не упал от моего постепенного урона. Я не знаю, таким составом сможем ли мы здесь что-то сделать. Тут у них Пит. Тут у них Слэш. В принципе, имбовая довольно-таки команда. Провокатор. В роли кужеголового. Так, у меня есть одна ульта. Давай попробуем ей воспользоваться. Ага. Сейчас будут, наверное, массовые атаки, массовые защиты и так далее и тому подобное, да? Два раза. Как ты можешь два раза ходить, упырь? Так, кого-то сейчас еще уберу, да? Ну да, Криса Брэдфорда убрали еще. Плюс провокация. И мне кажется, что мы с вами приплыли. Не хочу, конечно, ничего сказать. Но вроде бы так оно и будет. Да ладно. Пробей кужеголового-то. Ну вот, ульта от Рокула. И, наверное, ну да, да, друзья мои, тут... Тут уже, скорее всего, нам ловить с вами нечего. Оу, еще и босса. Я совсем забыл, что здесь 5 волн. Я пришел до босса двумя подбитыми своими персонажами. И как мне прикажете здесь бить? Как вот с ним мне справиться? Оу, я потерял, друзья мои. Потерял, скорее всего, всех. Да. Не хватило силенок, но вы сами видели, что здесь все противники были 75 уровня. А у меня, к сожалению, только 2. И лишь из-за этого я проиграл. Да, неприятно, конечно, осознавать, но такова доля. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте мы с вами и будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!